По мере того, как олимпийский факел приближается к Рио-де-Жанейро, на его пути встает все больше демонстрантов. На этот раз акция противников игр состоялась в городе Нитерой. Протестующие попытались перекрыть проспект, где должны были пронести олимпийский факел. В итоге там вспыхнули драки между полицией и демонстрантами. Стражи порядка не церемонились. В ход шли дубинки и баллончики со слезоточивым газом. Правительство, чтобы провести Олимпиаду, берет деньги из отложенного на здравоохранение, образование и социальные программы. Но мы уверены, что после игр олимпийские площадки никому не будут нужны. В конце концов, организаторы изменили часть маршрута, но для этого им пришлось буквально очищать улицы от протестующих.